Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас рубрика «Фаберлик без прикрас». Это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Давайте начнем с серии «Ботаника». У меня закончился вот такой шампунь. Это у нас клевера гранат, яркость и шелковистость. Артикул его 8745. И мне, девчонки, он утяжелял волосы, так же, как и бальзам из этой линейки. Не подошли, волосы быстрее жирнились и так далее. Поэтому я для себя решила теперь, что если буду брать средства «Ботаника», то это будет шампунь баланс и свежесть, вот такой. Он у меня еще не закончился, да, вот он мне подходит. Волосы дольше остаются чистыми, свежими, это мое. А шампунь, девчонки, подбираем по типу кожи головы. Если у вас жженые волосы, но волосы жирнятся у корней, значит, мы берем шампунь для жирных волос. А бальзам уже берем для сухих. Я вам уже не раз объясняла. Надеюсь, что кто-то пользуется этим лайфхаком, и тогда волосы действительно будут дольше оставаться свежими и чистыми. Закончился вот такой гель для душа. Ботаника, глубокое питание, облепиха и календула. Девчонки, он классный. 87,57 его артикул, и покорил меня за запах облепихи, просто он такой прям, такой, какой он должен быть. Облепиха нехимозная, классная, аромат жутко насыщенный. Он, конечно, не остается на теле, вообще в Фаберлик мало продуктов, одушка которых остается на теле, да, но во время принятия душа это просто какой-то кайф. Для тех, кто любит облепиху, это просто блаженство. Я буду однозначно повторять покупку. Понравился огонь. Закончился кондиционер. Это новинка прошлого каталога. Два в одном. Ароматерапия, арома перлс. Орхидея и кашемир, 30 стирок. Артикул его 118,50. Мне понравилось, как он пахнет. Мне понравился аромат от белья. Он держится действительно очень долго. Просто потрясающий аромат, цветочный, интересный, с парфюмерной какой-то красивой, вкусной отдушкой. Мне очень, девчонки, нравится, как пахло бельем. Из этой линейки мне не очень понравился сиреневый. Я не помню, с чем он у нас, девчонки, был, с лавандой, по-моему, потому что там какой-то прям шипр в нос бьет. А вот этот, да. Что хочу сказать про качество кондиционера. Старые кондиционеры в предыдущей версии делали белье более мягким, для меня однозначно. Потому что после этого я заказала на сайте кондиционер в старой версии, не в обновленной, который у нас практически без одушек, да? Там ее нет практически. В каталогах уже этих кондиционеров нет, но на сайте был один, и мне захотелось взять именно его и протестировать по мягкости белье, как себя ведет, да, по сравнению с новыми. И ухватила я один, тоже с розовой этикеткой, он у меня еще есть, скоро кончится. Они были лучше. Белье было мягче, девчонки. И вот я им сейчас стираю, гораздо мягче белье, чем от этих кондиционеров. Поэтому вот такое у меня сложилось мнение. Зря, конечно, выводит их из каталога старые. Я бы брала их. Подушки. Вот эти мне нравятся больше, потому что я люблю, когда пахнет от белья. А по свойствам старое исполнение. Несколько продуктов покажу из линейки Фаберлик Эксперт Фарма. Первый – это мусс для интимной гигиены. Артикул его 2068. Единственное, что мне понравилось в этом муссе, это то, что у него есть дозатор. Очень удобный дозатор, который выдает за один раз необходимое количество средства. Одушка такая же, как и у геля, девчонки. Это, знаете, такой запах чистоты с легкой парфюмерной композицией. Вот такая тут система. То есть не обязательно встряхивать в флакон перед использованием. Он сразу уже автоматически выдает вспененную жидкость. Она прозрачная здесь. Что могу сказать по средству, девчонки? Мне не понравилось, я покупать больше не буду. Мне гораздо больше нравится гель. Ну, гелевая текстура, да, второй продукт в этой линейке. От мусса у меня было раздражение, жуткая сухость, хотя здесь написано, что гипоаллергенно. Поэтому нет, я не куплю, девчонки, больше мусс мне не понравилось. Еще один бальзам гладкие пяточки мелькает у меня уже в каждом обзоре и в каждом заказе, девчонки, закончился. Артикул его 116,61. Это восхитительный продукт для тех, у кого сухие ноги, сухие руки. Сейчас я из него что-нибудь выдавлю. У меня всегда парочка стоит в запасе. Но это такая белесая, девчонки, консистенция, полупрозрачная и крайне питательная. Здесь 30% глицерина, и он очень круто справляется с увлажнением, с защитой рук ваших и ног от влаги. Да? Это для меня на данный момент лучший крем для рук. Это раз. И лучший крем для ног, который я когда-либо пробовала, это два. Кто не пробовал, очень рекомендую. Часто бывает на распродажах по цене 99 рублей. Разогревающая маска против выпадения волос. Беру, девчонки, не первый раз, мне очень нравится. Артикул ее 83,49. Она действительно разогревает и, помимо всего прочего, обладает классными ухаживающими свойствами. То есть этой маски достаточно, больше не нужны никакие бальзамы и маски после помывки волос. Я ее применяю именно после помывки волос на мокрые волосы, распределяю эту масочку, уделяю особенное внимание корням. Щеточкой даже могу пройтись еще помассажировать. И все, и хожу так до тех пор, пока не перестает жечь. Это где-то минут 20-25. Потом смываю. Волосы после нее прекрасные, мягкие,
лоснящийся, вообще замечательный. Поэтому она работает и активизирует наши фолликулы, улучшая кровоток, и ухаживает за волосами. Люблю, буду повторять. Вообще. Закончились вот такие две детские зубные пасты, девчонки. Одна из них из серии «Кошка Малина 6+.» Малина, манго, 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 кошка манго у нас здесь. Артикул ее 2442, она классная, у нее нереально крутой действительно аромат манго, чистить зубки ей одно блаженство. Мне нравятся детские пасты Фаберлик, они здорово очищают эмаль, справляются с зубным налетом. Я уже много раз вам говорила, что к ним никаких нареканий у меня вообще нет. И второй продукт из Техно Kids линейки 3+, это зеленое яблочко, классная зубная паста, она сама розового цвета вот такого. Пахнет яблочком, освежающим таким. Артикул 2358 тоже супер. Что это, ну, не знаю, у меня как-то рука всегда лежит к Технокидс. Но на что скидка бывает, ту пасту, как говорится, берем. По 69 рублей, они тоже на скидочках бывают, и это копейки. А со своей задачей паста справляется просто на ура. Закончился вот такой вот мусс с энзимами из линейки Faberlic Expert, который у нас с кислотами. Это очищающий мусс для лица с энзимами. Цена у него, девчонки, не бюджетная. И флакончик маленький, здесь, по-моему, 75 мл, артикул 12-19. Я применяла этот мусс в процессе очищения кожи после мицеллярной воды, да, очищала им лицо. Мусс, девчонки, хороший, действительно хороший, достойный, очищает лицо, не пересушивая его. Возможно, только будет пересушивать обладательницам сухой кожи. Раздражений на моем лице никаких не вызвал. С функцией очищения справляется на ура, поэтому почему бы нет. Цена, мне кажется, завышена, потому что аналогичные муссы можно найти у других производителей дешевле. Но когда бывают скидки или когда компания разрешает нам брать продукты по купонам, я советую к этому средству присмотреться. Пенится, кстати, не очень, девчонки, хорошо. Вот здесь тоже вспенивающая такая, как сказать, конструкция, да, взбалтывать его тоже не обязательно. Пенится не очень хорошо, то есть... Но я пользовалась муссами других компаний. Они выдают обильную пену за одно нажатие. Здесь нет такого. Она какая-то такая, знаете, рыхленькая. Поэтому я, скорее всего, брать больше не буду, потому что знаю аналогичные муссы гораздо дешевле, где можно купить, которые ничуть не хуже справляются с задачей. А так неплохой. Можно попробовать один раз и сделать для себя вывод. Закончился дезодорант-антипреспирант, 48 часов защиты, морской бриз. Артикул его 2351. Одушка классная. Свеженький такой аромат, легенький, действительно морской. Мне нравятся, девчонки, эти дезодоранты. Они у нас без спирта, ухаживают за кожей, то есть никаких раздражений, сухости не вызывают. Да, шариковый дезодорант долго сохнет, да, есть этот момент. Я не жду, когда он сохнет, я одеваюсь, ни надежде никаких белых пятен не остается. И с функцией защиты справляется. Не на 48 часов, конечно, но на день мне его, девчонки, хватает. Засохла у меня подводка Stay On. Вот так она выглядит. Очень удобный формат подводки. Просто безумно удобный, потому что кончик достаточно твердый. Круто прорисовывать стрелку. Мне кажется, даже новичок справится. Артикул подводки, девчонки, к сожалению, не подскажу. На упаковке его нет. Если и был, то куда-то делся. Ну, вы без труда ее найдете. Stay On. Да, она понравилась мне. Ее почему-то у нас в каталогах в последних я не вижу. Только одна жидкая подводка, которая, вот, по-моему, галактика, это Снай Галактика, что-то типа того. Но я не хочу ее брать, потому что, мне кажется, там очень длинный наконечник, кисточка, которая, ну, придется повозиться. Не люблю я такие продукты. Вот это понравилось. Девочки писали, что она быстро у них сохнет. У меня, девчонки, она прослужила почти 2 месяца. 2 месяца и начала подсыхать, стало уже неудобно долго прорисовывать, поэтому, естественно, отправляю ее в утиль. Покупку повторять буду. Понравилось. Подводка классная, очень удобная. И еще один важный момент, она мега стойкая. На моем жирном веке, скажем так, да, я не припудриваю ничего, наношу тени, подводку, все, никакой базы. Ну, базой служит крем дневной у меня, да. Никуда она в течение суток с глаз не девается. Она как была у вас на глазах, так и остается. Не осыпается, не трескается, не отпечатывается. Поэтому вот этой подводке я прям вот 10 из 10 ставлю однозначно. Закончилось, девчонки, вот такое жидкое мыло. Новинка тоже прошлого каталога. Это Витамания арбуз и дыня. Артикул его 2551. Вы знаете, хорошее мыло. Даже не могу сказать, что оно мне руки пересушивало. Стояло на кухне. Аромат арбузно-дынной жвачки. Знаете, орбит такой был. Не знаю, может быть, и сейчас есть. Вот именно такой здесь аромат. Классно. Вообще классно. Никаких нареканий к мылу нету. Поэтому почему бы нет. Потестировала. Но не знаю, буду ли покупать больше. Сейчас как-то вот... А мыло Лакрем на кухне у меня более гармонично и смотрится, и по аромату нравится, и для ручек тоже как-то мягкость гораздо больше от него, чем вот, нежели от Витамании. Так как, девчонки, взяла себе коричневую тушь, то вот эту уже тушь из линейки Glam Team отправляю в утиль. Артикул я тоже вам, наверное, нет, скажу, девчонки, 52-48. Это крутая удлиняющая тушь из линейки Glam Team с силиконовой щеточкой. Вот как она выглядит.
Здесь еще, в принципе, много туши, и можно было бы краситься и краситься, но где-то через 2 месяца она, наверное, внутри флакончика начинает немножко подсыхать, и на кисточке уже вылезает с вот такими вот частичками, которые могут, ну, не очень красиво смотреться на ваших ресницах. Придется долго повозиться, чтобы все это было более-менее равномерно и достойно. Поэтому 2 каталога, это даже не 2 месяца получается, да, а месяц и 3 недели, где-то вот так, я пользуюсь вот этой тушью и выбрасываю. Для меня это сейчас лучшая тушь Faberlic, потому что она делает нереально крутой эффект накладных ресниц, увеличивает их за счет в составе какого-то там особенного геля, да, и прям хлоп, ресницами взлетает. Она действительно крутая, но вот 2 каталога и все, и хватит. Дальше уже не вижу смысла с ней возиться. 2 месяца для туши, мне кажется, это классный срок. 3 раза я уже или 4 ее брала. Сейчас повторять не стала, потому что взяла тушь коричневую. Мы ее с вами тестировали во влоге. Не знаю, какое видео выйдет первым, девчонки, но вот сейчас она у меня, вот эта Miss Curl коричневая на глазках, и мне тоже безумно нравится. Эта тушь всегда была Faberlic хорошей с момента ее оранжевого флакона до нынешнего Miss Curl. Потом она у нас в Эри Берри была, но суть не меняется, тем не менее. Поэтому вот так. Тушь классная и та, поэтому повторять однозначно. Последний продукт, который покажу, это крем Океанум. Он у меня так в коробочке и стоял, мне так нравилось, девчонки. Артикул его 0940, это пробуждающий крем. И он вроде как дневной. И, девчонки, на день мне он не понравился, потому что быстро жирнилась кожа. А я применяла его на ночь. Стеклянная, очень тяжелая баночка. В комплекте вот такая лопаточка. Добила его до конца, прям уже все до предела. Белесая такая текстура, легкая достаточно, кожу не утяжеляет, поры не забивает. На утро после применения этого крема лицо такое свеженькое. Если применять на день, оно тоже он, крем выравнивает тон, лицо становится более свежим. Это есть, да. Чудес никаких, девчонки, от пробуждающего крема не заметила. Я его сравнивала уже с маской ночной от Викет. Очень похожее действие на самом деле. Поэтому я за 1000 рублей, даже если будет какая-то скидка, за 700 там рублей, я его брать не буду, девчонки. Нет, потому что чудес действительно никаких не увидела. Слышала, девчонки очень хвалят сыворотку из этой линейки, эликсир точнее, но вот по поводу пробуждающего крема у меня сложилось такое мнение, что вот за 1000 рублей, ну нет, 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 еще раз нет. Есть средства гораздо круче, работающие и подешевле. Но он хороший, он действительно хороший, просто мне кажется, он должен, девчонки, стоить подешевле. Хотите подобное средство, берите ночную маску Викенд, она до 500 рублей точно, то есть она в 2 раза дешевле, это однозначно, а можно ее еще за 300 с чем-то взять на скидках, и будет такой же эффект. Поэтому повторять не буду, девочки. Ну вот и все, мои хорошие. Если вам понравилось видео и было для вас полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, задавайте свои вопросы, если что-то понятно, или они у вас просто есть, с радостью на них всегда отвечаю. На этом прощаюсь с вами, до следующих видео, всем пока-пока, люблю, целую, берегите себя.